Уважаемые, во-первых, и самое главное, с Днем Победы вас, прекрасный вечер, прекрасный день. И мы очень рады, что вы предпочитаете провести этот вечер в нашей скромной компании. Мы для вас сегодня будем играть всяческого рода органологическую музыку. Собственно, пьеса, которая сейчас прозвучала, она называется «Органология». Также называется пластинка, которую мы записали, по старой памяти говорю, недавно, но на самом деле уже с год назад. Выпустили в сентябре, записали в мае. На сцене находится некоторое количество людей, которыми хотелось бы вас познакомить более предметно и персонально. Вот это, например, Максим Шибин, человек, который играет на гитаре. А это Александр Зингер, ударный. И я, Владимир Михеленко, мы сегодня для вас будем играть. Другие люди будут петь, танцевать, скорее всего, не будет никто. Хотя, как пойдет, зарекаться не будем. Для исполнения второй пьесы нашей программы я приглашаю на сцену человека, которого даже специальным гостем как-то его язык не поворачивается назад, потому что он дома. И поэтому на сцену... А вот он уже и здесь. Это Сергей Баулин. В честь такого замечательного праздника мы решили сделать нашу программу максимально насыщенной пьесами, лишить ее некого драматизма и исключительно радовать вас по возможности сегодня и себя тоже. Поэтому сейчас мы обратимся к творческому наследию великой группы, которую в советских источниках музыковедческих, названия которой переводили как «Жуки-ударники». Совершенно верно, да, потому что там есть некая игра слов, игра букв в этом названии. И сейчас мы сыграем творчески переосмысленную версию их песни, которая называется «I saw her standing there». Лёня, ты его глуши, наверное? Thank you.
Спасибо Сергею Баулину. Мы еще три раза видим на этой сцене. А сейчас мы несколько снизим градус происходящего и сыграем лирическую композицию, которая называется «Там, где нас нет». Thank you.
снова на сцене специальный не гость этой программы. Сережа. Сейчас прозвучит пьеса, которая посвящена другому празднику, несколько иному празднику, чем тот, который мы сегодня все отмечаем. Но тем не менее. Тем не менее, эта пьеса называется «День независимости» и посвящается на сегодня нашему звукорежиссеру Леониду Шупику.
Я хочу пару слов тоже сказать тебе, о тебе.
Надо. Когда-то мне посчастливилось высадиться на этой планете под названием Владимир Александрович Нестеренко. И опять-таки посчастливилось не сгореть, а как-то адаптироваться в этом космосе. Вы видите, этот человек отличается, его отличает особый звук, особый ум, особая душа, особый язык всего, и жизни, и музыки. Мы тебя любим. Thank you.
Анастасия Глазкова и ее песня «Night». Мы заканчиваем первое отделение пьеской, которая называется «Коляска». Thank you.
Thank you.
Александр Зингер ударный. Александр Зингер. Максим Шибин, гитара. Владимир Михаленко, орган. И Сергей Баулин. Вот он. И сейчас на небольшой перерыв, и мы к вам потом вернемся и сыграем примерно столько же музыки, то же самое. Дорогие друзья, готовы ли вы к тому, что мы начнем второе отделение концерта? Какие друзья, кто у вас? Вы готовы, мы тоже готовы. Начинаем второе отделение праздничного концерта. Приуроченного к наличию на сцене Сергея Баулина. Напоминаем вам, что концерт проходит по системе Pay What You Want для вас и Play What You Want для нас. А ведь могло бы быть и наоборот. Сейчас мы сыграем для вас зажигательнейшую композицию, наверное, как получится. Она называется Fashion Dance, написал ее великий Маккой Тайлер, которого мы все прекрасно знаем. Thank you.
Сергей Баулин, Александр Зиндер, Максим Шибин, Владимир Нестеренко. Спасибо. Сейчас время на этой сцене появится еще одной нашей очень специальной гости. Сейчас будет экспромт в жанре «С листа наизусть». Дело в том, что есть некая творческая единица, даже больше, чем единица, такая многосторонняя, развитая барышня. Это Анна Волкова сейчас вот эту сцену. Я чувствую, что именно ее ты здесь все и ждали. Ничего, что мы тут играем? Это неправда. Прям тоже две минуты, как глазку возьму. Я ни разу не джазовая певица, и сейчас вообще делаю совершенно диповую, мрачную электронику. Одолжение? Нет, но я сегодня здесь, потому что очень люблю Володю и преисполненным, давайте посмеемся, преисполненным большим уважением, пиететом даже, так сказать, к Шибину и Зингеру. Для меня огромная честь. Имен пока не выучил. Я тебя люблю, ты понимаешь? И спасибо тебе огромное, что ты просто меня зовешь. Позови меня с собой. Для пятого столика. Тем не менее, сейчас мы сыграем, а Аня споет свою песню, которая называется «Feel Black». Это в свое время в интернетах нашумевший шлягер. Не побоюсь этого слова. И она прозвучит в несколько необычной аранжировке, которая необычна в том числе и для самой Ани. Для меня настолько необычно, у нас не было репетиции, я признаюсь честно, сейчас если буду вылетать, вы уж меня простите. Но, куплет, надеюсь, припев, куплет, два припева, соло, куплет первый, два припева. Да. Алкоголь. Победа, да. Давайте. Алгоритм такой. Угу. Можно даже танцевать. Нет? На столах. Feel black, and that's why I can't be. Feel black.
Сейчас мы почему-то сыграем еще одну не свою, не нами написанную и выстроенную песню. Эта песенка просто мне очень понравилась сама собой. И особо даже ее аранжировать не пришлось. Это песня из репертуара американского вокального инструментального ансамбля Steely Dan. Называется она Jenny Runaway. Thank you.
Так получилось, что мы сыграли без перерыва две пьесы. И вот только что закончилась на глазах изумленной публики моя пьеса, которая называется, да, которая называется «Еще два пива», чего всем присутствующим и желаю. Курить. Я не могу на себя показывать. Я так полагаю, что мы, пожалуй, начнем заканчивать наш концерт. И для исполнения финальной композиции «А вот и он». Сергей Баулин, пожалуйста, поприветствуйте его особливо. И закончим мы тоже инструментальной композицией. Кто будет делать? Это авторская аранжировка. Не буду показывать пальцем. Чья? Моя. Песни с очень красивой песни Джорджа Харрисона с пластинки «Гроуд». Эта песня называется «Something». Как ни парадоксально, аранжировка называется так же. Thank you.
Спасибо, что вы были сегодня с нами. Будьте с нами еще когда-нибудь, когда мы будем друг с другом, когда у нас будут концерты. Пока информации обо следующих концертах нет. Ансамбль на грани развала. Pay what you want. Да, уж, пожалуйста. Сергей Баулин. Максим Шибин. Александр Гильдер. Владимир Михеренко. Приглашенные артисты. Кто остался, остался, не остался. Волку не вижу. Плоскова. Спасибо. Собственно, с Днем Победы. Прекрасного вам праздника.